Максим – доброволец батальона «Шахтерск». Он по своей инициативе ушел защищать страну и был ранен во время трагических боев под Иловайском. Батальон, который подчинялся МВД, потом расформировали, а вот бойцов, которые сражались в его рядах, признавать участниками АТО чиновники не хотят. Мне выдали ксиву, оформили в батальон, вот. Оружие сейчас получал, тоже расписывался за это все. Даже я получал оружие, ездил в райотдел, я проверял комплектацию. А уже в МВД мы подавали тоже, ну, личные дела, паспорт, все военники. И нам сказали, что нас оформят. Уже когда я ранил, получил ранение, я узнал, что я не оформлен. Ну и вот и все. Если ты не оформлен, все, ничего ты не получишь. Еще тогда были потери, вот, молодые были все. И, как бы сказать, я служил в армии, в нормальных войсках, много знал. И вот решил, думал, что я там доставлю больше пользы, чем тут. Говорили сначала, что все оформят. Вот, оформят, все хорошо будет, не парься, все нормально будет. А потом как-то все это замялось, и все потерялись. Телефоны перестали отвечать. После ранений, полученных Максимом в бою, ему приходится отдавать десятки и даже сотни тысяч гривен на лечение. Все происходит лишь потому, что чиновникам нужно еще доказывать, что Максим действительно защищал свою страну. Обращался я в соцполитику, в Совбез я обращался. Там сказали, что нужно подтверждение, что, ну, получается, с батальона или там с МВД подтверждение, что я именно участник боевых действий. Тогда они могут дать мне там инвалид войны. Ну, так как моего батальона больше нету, он расформирован, вот, я не знаю, ну, грубо говоря, даже не могу куда задавать запрос. То есть запрос надо давать МВД Днепропетровска. А так как, ну, я с ним сужусь, я подал в суд на него. Вот, 9 июля этого года было последнее заседание, и по сей день нету ответа. Вот, то есть нету никакого заключения, ни да, ни нет. Я не знаю, по какому поводу Максим обратился в суд, и какой судебный процесс, с кем он судится, почему там он не проходит судебный процесс. Ну, в общем-то, направление правильное. Если чиновники не хотят самостоятельно выполнять свои обязанности, то, в общем-то, это нужно доказывать в суде. Максимум, поскольку судебный процесс уже идет, Максимум могу только посоветовать, если недостаточно ему юридической помощи, все-таки обратиться за юридической помощью. Существуют уже целые направления, которые занимаются именно ребятами, которые прошли боевые действия в АТО, которые на этом уже наработали практику. И как бы могут оказать такую помощь, организации такие существуют. Да, легче было, не знаю, там протез доделать, вот, сделать протез. Я бы уже так пошел в зону АТО, там отбыл сколько надо и получил участника. Это быстрее бы было. Я до сих пор сейчас лечусь, ну уже лечусь, вот, грубо говоря, я пришел в медучреждение. Там просто уже лояльно относятся из-за этого. А так бы, ну, просто спросили с АТО, да, говорили, ну, я говорю, не оформлен полностью, я не имею АТО. Ну, говорят, они так, типа, волонтеры спонсируют, так что можно ему взять и так. Ему бесплатно положить и бесплатно операцию сделать. А все лекарства остальные я должен сам покупать. Ну, за свой счет покупаю. Если честно, то я только на обезболивающее за все это время потратил больше 130 тысяч. Вот. А сейчас вот на лекарства выписали мне сколько? На 3000 гривен таблетки на лечение. То есть надо еще зубами выгрызть, чтобы тебе дали то, что тебе положено. Не то, что там что-то ты там левое хочешь, а просто то, что тебе положено. Мы же не хотим тебе заоблачное что-то. А только что-то положено, то есть нам для чего же они это все дают, если они никому не потом, грубо говоря, никто это не получает. Ну, может, кто-то и получает там с высших эшелонов, да, офицеры какие-то. Из-за ранения под Иловайском мужчина потерял ногу. И теперь Максиму необходимо получить статус участника боевых действий, чтобы за государственный счет поставить себе протез стоимостью 100 тысяч гривен. Я просто хочу, чтобы они мне признали, что я действительно там был. И чтобы они мне бумажку прислали, чтобы я смог протез себе сделать. И все. Мне больше ничего от них не надо. Просто сделать протез и закончить лечение. Все. Я еще когда лежал, лечился в Шалиму, а мне бок зашивали. Вот. То приходили протезы, ну, протезисты,
И говорили, то есть получаешь ВЛК, например, ВЛК, и мы сделаем тебе бесплатно протез. То есть, ну, государство оплачивает, только ВЛК надо получить. А ВЛК получается тогда, когда тебя официально признают, что ты там был. Максим говорит, что ответственности за утрату всей документации батальона до сих пор никто не несет. А вот солдаты должны отчитываться перед государством за все. Даже за то, почему в бою потеряли оружие. Там было много документов, которыми я был записан. И то есть батальон расформирован, и никакие документы никто не может найти. Вот. Это, конечно, было там записывалось в тетрадь, вот, но все равно там росписи все были со всех людей. И вот это все куда-то пропало, и никто не может за это ответственность не несет. Мне повезло, что я схватил автомат, вот, и затащили меня вместе с автоматом, вот, куда вывозили. А так, да, я знаю многие такие прецеденты, что вот раненые спрашивают, где автомат. Ну, типа такого, есть такое. Ну, в основном списывают, конечно, просто, а оно потом выстреливает. Вот. Ну, вот такой парадокс, что у меня дядя пошел воевать после того, как меня ранило. Он пришел уже мобилизировать, что год уже отвоевал, он уже получил участника боевых действий. А его племянник, который ногу потерял, не получил ничего. Ну, вот такой парадокс в нашей стране. Несмотря ни на что, Максим говорит, что решение защищать свою страну было правильным. И хоть солдаты не всегда обеспечены всем необходимым, они готовы с храбрым сердцем воевать за свою родину. Но вы не жалеете, что пошли? Да не жалею. Ну, вот. Оно, во-первых, сюда не дошло, то, что там было. Во-вторых, ну, то и даже маленькое, что я успел сделать, оно все перекрывает. То, что там люди благодарили и все остальное, вот это многое значит. Ну, значит, не зря я там был, да и все. То есть каждый по крупице. Вот оно и выстреливается так, что все нормально. Тут даже не что посоветовать ребятам. Ребятам понятно, что нужно добиваться, и если они не в состоянии это сделать сами, тут должны подключиться сейчас общественники, правозащитники, адвокаты, юристы и им помочь. Потому что не должны они однозначно сами воевать, вот доказывать, они свое отвоевали. Воевать еще в юридической плоскости, доказывать, что они бойцы АТО, они это просто не обязаны и не должны делать. Тут как бы нужно подключиться специалистам и им помочь. Я даже больше хочу сказать по поводу того, что делать чиновникам, а не что делать ребятам. Как бы не был расформирован батальон, батальон уже был в структуре МВД. У вас нет списков, кто был в Иловайске? Парень из Иловайска вышел. У вас что, нет списков, кто оттуда выходил? Если у вас их нет, что вы делаете там на своих постах и должностях? Вам нечего занимать тогда эти должности. Когда вы расформировывали, вы знали, кого вы расформировываете? Вы знали, что вы должны были получить документы тех, кто там был? Чем занимались в это время военные чиновники, которые должны были составить все списки, которые должны были от батальона получить всю необходимую документацию. И если ее не было, она была по какой-то причине утеряна, там, уничтожена по какой-то, ну это все-таки война, могло такое быть уничтожено. Значит, восстановить, там есть живые свидетели, там есть живые командиры.